сегодня в программе. Собаки. История одного из семи богатств кочевника. О собаках сложено немало легенд и сказаний по всему миру. Им поклонялись, награждали, ставили памятники. Для казахов собака издревле также была сакральным животным, которое даже наделяли мистическими способностями. Недаром она входит в список семи богатств кочевника наряду с лошадью и беркутом. Однако не каждая собака удостоена такой чести. Намады почитали лишь одну породу. Причем настолько, что ее представители могли жить в юрте вместе с людьми. Даже тогда, когда в регион пришел ислам, запрещающий держать животное в доме. Друг, защитник и... Собака – это медиум между человеком и миром животных. Исконно казахские породы собак. Других письменных источников, более древних, у нас нет. То есть только вот это. Но там оно уже фигурировало. Особенность древней казахской охоты. Собака запрыгивала перед хозяином между двумя горбами. И с высоты этой осматривал. А потом хозяин ее отпускал на охоту. Это была свободная охота. Какие существуют народные поверья у казахов про собак? Как велась селекция древними кинологами? Как вышло так, что одна из самых древних пород собак чуть не исчезла с лица земли? Об этом и многом другом прямо сейчас. Собака – друг человека. Это непреложная истина, которую знают все. Однако нет точных данных, когда же это животное стало другом. Кто-то уверен, что впервые собака была приручена в Азии. Другие говорят, что на Востоке. Третьи уверены, что это была Европа. Установить истину современным исследователям пока не удается. Меня зовут Андрей Сложин. Вы смотрите программу «Time Puzzle». Сегодня мы узнаем историю собак, которые на протяжении столетий служили кочевникам. Доподлинно неизвестно, где именно впервые человек сделал собаку домашним животным. Однако историки полагают, что произошло это в эпоху Верхнего Палеолита примерно от 12 до 40 тысяч лет назад. Ученые не уверены в том, как происходил этот процесс. По одной из версий, волк или шакал одомашнился самостоятельно. Звери стали подходить к местам стоянок древнего человека, так как возле них всегда присутствовали остатки еды. И в итоге люди и звери со временем стали жить вместе. По другой версии, человек одомашнил животное самостоятельно. Для этого он брал щенков волка, и они уже росли с людьми. В дальнейшем такие ручные звери стали давать потомство, и спустя долгое время появилась знакомая нам собака. С вопросами о происхождении собак мы обратились к зоологу, эксперту по собаководству Константину Плахову. У нас вопросы много, прежде всего, по одомашниванию. То есть оно очень сильно переплетается с тем, когда они были и где были одомашнены, и с тем, как они формировались. Потому что это древние породы, это несомненно. И настолько древние, что, допустим, они, поскольку мы все сейчас считаем, что все-таки предок собак – это волк. Любопытно, но происхождение самого слова «собака» тоже пока остается загадкой. Единой версии у следователей пока нет. Одни утверждают, что оно трансформировалось из скифского «спака». Другие уверены, что его придумали персы, называвшие этих животных «собах». Есть и те, кто говорит, что еще древние славяне, заметив особую преданность этих животных, называли их «собоку», то есть «всегда рядом», «сбоку». История происхождения собак от волков тоже в последние годы стала подвергаться сомнению. Но большинство ученых все же уверены, что именно серый хищник является прародителем собаки. Причем процесс одомашнивания и трансформации происходил в разных точках мира от популяции местных волков разных видов. Современных же собак кинологи делят на три вида пород. Заводские, аборигенные и примитивные. Заводские – это современные породы, которые созданы методами современной селекции. Ну, где-то 150 лет как. Все остальное – это вот набор, это или аборигенные породы, или примитивные, которые были созданы в меньшей степени методами современной селекции, скажем, сочетание методов естественного отбора и искусственного отбора.
Помимо разбора методов селекции, генетического анализа и штудирования древних манускриптов, есть еще один интересный способ изучать происхождение и историю собак. Как известно, петроглифы – один из древнейших видов человеческого творчества. Есть как минимум 5 самых известных изображений собак на камне. Самыми древними принято считать рисунки, сделанные на юге Китая в горах Хуа 16 тысяч лет назад. Конкуренцию этим петроглифам могут составить изображения собак в процессе охоты, которые были обнаружены на территории пустыни Сахара в горном массиве Тадрарт-Акакус на территории современной Ливии. Эти уникальные рисунки историки относят к периоду 12 тысяч лет до нашей эры. На территории Казахстана тоже найдено огромное количество наскальных рисунков, где изображены собаки. Именно петроглифы поведали ученым, какая собака тысячелетия назад сопровождала кочевника. Мы сейчас можем несколько эмпирически, используя методы археологических раскопок, которые, естественно, проводят ученые соответствующих рангов, и изучением петроглифа. Благо, территория Казахстана, особенно Южного Казахстана, богата на петроглифы, наскальное изображение. Так вот, самое древнее наскальное изображение, датированное нашим известным археологом Медуевым, профессором, он относил его к 10-12 тысячелетиям до нашей эры. Это то изображение, где можно идентифицировать тазы. Для джигита есть 3 вещи, ради которых стоит жить. Выносливая лошадь, убивающий беркут и ловчие тазы. Именно так гласит одна из казахских пословиц. И как выяснилось, эти собаки сопровождали людей, живших на территории современного Казахстана, еще с глубокой древности. Правда, некоторые археологи не соглашаются с датировкой петроглифов с изображением собак 10-12 тысячелетиями до нашей эры. А говорят, что рисунки моложе примерно на 5-6 тысяч лет. Тем не менее, это, безусловно, древняя история. Мало того, помимо тазы на скалах изображали еще один вид собак – тобет. Об этом рассказывает историк, охотовед и краевед Асылхан Артыкпаев. Если мы возьмем наскальные изображения, в Евразии встречаются 2 вида собак – тубеты. Они в наскальных рисунках Южного Урала есть, Северного Урала их не найдешь. Они есть вот рядом Новосибирск, Красноярск, там наскальных тубетов есть. В среднеазиатской зоне наскальные изображения изображают собак худощавых, тонких и с закругленным хвостом. А только у тазов бывают такие хвосты. Петроглифы говорят, что тазы именно в Средней Азии развивалась как вид собаки. Однако многие скептики утверждают, что подобные рисунки нельзя расценивать как стопроцентные доказательства того, что тазы и тобеты появились именно на территории древнего Казахстана. Что якобы это могли быть любые собаки. Ведь в то время люди изображали многие вещи на камнях. Процесс охоты, народные собрания, мистические события и многое другое, что происходило в обществе. Тем не менее, Константин Плахов занимается селекцией породы тазы более 20 лет. И он уверен, что данные изображения – это, скорее всего, именно древняя собака кочевников – тазе. Да, сходство экстерьера. Особенность петроглифов, те, кто рисовали их в древности, многие из них обладали великолепным художественным вкусом и точностью передач животных, деталей животных. То есть мы можем идентифицировать не только породы, но и животных до вида. То есть это в свое время еще вот у нас профессор Маликовский даже публиковал статью по диким животным, когда-либо обитавшим на территории Казахстана, на основании изучения петроглифов. То, что собак изображали в наскальных рисунках, говорит и о том, что эти животные были не просто помощниками людей, но и занимали в их жизни особое, сакральное место. В Египте умершим собакам ставили надгробья со скорбными надписями. В Персии за убийство собаки могли даже казнить. В культуре многих народов мира собак хоронили с их хозяином, так как считалось, что это единственные его друзья и помощники в загробном мире.
У кочевников тоже было особое отношение к собакам. В этом уверен ученый-социоантрополог Евфрат Имамбек. Собака – это первое животное, которое было приручено. Собаки отношение совершенно другое, чем ко всем остальным животным. А мир кочевника, мир животновода – это мир животных. Действительно, собака занимает особое место в пространстве кочевника вообще и у казахов особенно. Но я скажу сразу, собака выступает, может быть, это покажется немножко неожиданным, но собака – это медиум между человеком и миром животных. И такое отношение к собаке, как к мистическому животному, присутствует не только у предков казахов. Оно прослеживается практически у всех древних народов. Так, например, изображения собак есть на древнегреческих вазах и фресках. А вот древние персы верили, что собаки обладают таинственной силой в борьбе против божеств мрака и злых духов. У египтян один из богов Анубис имел собачью или шакалью голову и был владыкой загробного мира. В Древнем Риме были разработаны даже первые правила дрессировки и содержания собак. Так, например, известный римский ученый Марк Теренций Варрон говорил, что если собака питается объедками, ей доверять нельзя. А казахи считали, что если собака радуется абсолютно каждому жителю аула, то она бесполезна и легко предаст. Ни об одном другом животном, только, может быть, конь, нет столько поговорок. Специально не считал, но, наверное, это стоит посчитать для фразеологов вообще. Сколько поговорок посвящено коню, лошади и сколько собаке. Мне кажется, все-таки, что поговорок о собаке больше, потому что она постоянно рядом. И первая поговорка, подтверждающая то, что собака – это сакральный медиум между двумя мирами, между верхним миром тоже, как бы. «Итн тепкены растетебет». Тот, кто пинает собаку, пинает удачу, пинает благодать. Собака запрещена бить. Собака приравнена к гостю. Говорят, еще одна поговорка есть. «Сыпай метке диген кет, конаха диген кет диген». То есть скромник, когда прогоняет собаку, он намекает, что хозяину надо уходить, пора уходить. Собака – это символ дома вообще, это символ хозяина. Говорят о том, что собака – это глаза и уши человека, охотника. Собака – это второе «я» кочевника. Ну, не будем говорить такие банальные вещи, что собака входит в одно из семи сокровищ казаха. Это понятно. Сейчас мы можем купить любые продукты в магазинах практически круглосуточно. Тысячи лет назад единственным способом добычи мяса была охота. И тазы была верным помощником охотнику в этом промысле, потому что обладала уникальными качествами. Когда мы говорим, что собака должна вот тазы, допустим, не только резвой быть, не просто резвой, а быть, отличаться скоростной выносливостью. Не выносливостью, как гонщик, а выносливостью в плане держать большую скорость на длинной дистанции. Быть маневренной, потому что заяц, допустим, за которым надо гнаться, заяц может поворачивать под отрицательным углом. Для него законы физики не работают. То есть он бежит прям, потом резко поворачивает назад. И собака должна также проходить дистанцию. Казахи делили тазы на два вида, так называемые жаргак-кулак, лысое ухо, и шашак-кулак, волосатое ухо. Соответственно, гладкошерстные и длинношерстные. Иногда употребляют термин еще кумай-тазы. Но кумай-таза некоторые его отождествляют с гладкошерстными. На самом деле это просто высокопородные и очень добычливые тазы, вот, которых всегда было в меньшинстве. То есть даже была пословица, что кумай-таза – это одна, а остальные – дворня. Происхождение самого названия тазы тоже вызывает споры у различных исследователей. Часто говорят, что оно происходит от казахского «таза» – «чистый». Есть вариант, что это персидское слово, которое переводится как «стремительный», «ловкий». Как бы то ни было, все эти характеристики точно описывают породу.
а самое древнее упоминание о ней датируется серединой 13 века. С 1245 года название Тази уже было. В 1245 году вышел персидско-монгольско-туркменский разговор, турский разговор, где Тази уже было. Других письменных источников, более древних, у нас нет. То есть есть только вот это. Но там оно уже фигурировало. Тазы были распространены не только на территории Азии. Как утверждает один из наших экспертов, изображение этой собаки есть и в Болгарии на знаменитом археологическом памятнике «Мадарский всадник», который датируется 710 годом нашей эры. А за всадником, вот на этой стене на 300-метровой высоте, совершенно ясно, определенно выбиты тазы со всеми ее признаками. Поджарая, длинноногая, с хвостом, как бы с висящими ушами. Очень реалистично, убедительно сделаны. Не символически, достаточно с деталями. Это говорит о том, что тазы – одна из самых древнейших пород, которая была приручена человеком. Вообще распространение тазы было довольно широкое. Их использовали на всей территории современного Казахстана, в южных частях России и в других регионах. Это получается Астраханская, Оренбургская, Саратовская, Орская, Барнаульская область, ну, после Алтайский край, Туркмения, Узбекистан, частично Таджикистан. Более того, название тази, оно достаточно общее, оно также для иранских, персидских собак характерно, то есть для Афганистана. Вот эти вот выдуманные европейцами слова, как салюки, афган, это уже другое. Местное название тазы, тузи, тази. Салюки такая же священная для арабов борзая, как и тазы для казахов. Исследователи предполагают, что предки салюков родом из Северной Африки. 200 лет назад зоологи были уверены, что эта порода ведет свою родословную от египетской гончей, с которой так схож экстерьер салюков. По сей день существует много споров о том, кто древнее – тазы или салюки. Вот к какому выводу пришел историк Асылхан Артыкпаев, изучая этот вопрос. Арабы, когда они были здесь в 7 веке, завоевательские походы вели, они вот эту собаку, которая с ними как приблудная ушла на арабский полуостров, они назвали его салюки, саляка. Правильно, арабо-персидское название саляка. Саляка – это приблудная. Ну а теперь вот разумно рассуждай, кто многолетними культурой, разводя ее в домашних условиях, называть ее приблудной будет? Здравый смысл говорит, что не будет. И только казахи употребляют к этой породе слово «таза», то есть «чистая». Когда на территорию Азии пришла новая религия – ислам, с ней появился и ряд правил, прописанных в Коране, о том, как относиться к животным и содержать их. Когда эмиссары ислама перешли через Сырдарью и стали обращать казахов, наших предков, в ислам, когда мусульманские мулы сказали о том, что собаку нельзя пускать дома, это харам, стал серьезный вопрос, принимать ислам или нет. Поскольку тазы, если это тазы, не пускать в буран, она просто не выживет, она замерзнет, потому что у нее шерсть тонкая. Тазы играли настолько важную роль в жизни людей в те времена, что проблема оказалась невероятно серьезной. И, как рассказывает Евфрат Имамбек, решить ее удалось весьма необычным способом. Когда сказали о том, что если вы правоверные мусульмане, тогда вот это животное не должно пускать в дом. Пришли женщины, сказали мужчинам, мы не будем. Вы можете принимать ислам, но мы, женщины, ислам не примем, который запрещает тазы пускать в дом. Почему? Где вы найдете нам лисьи меха, волчьи меха, заячьи меха? И чего мы будем делать, если мы останемся без тазы? И тогда пришли казахи и сказали, муфти верховному эмиссару, наверное, или вы разрешаете жить в доме, либо наши жены категорически против. И тогда сказали, хорошо, тазы не будем считать собакой. Тазы – это тазы, а собака – это собака.
Вот такая история. Смотрите далее. Как охотились стазы и была ли собака породы тобет лишь пастушки. Говоря об отношении кочевников к собакам, нельзя не упомянуть и еще об одной породе, представители которой помогали древним казахам не меньше, чем тазы. Гроза волков и других крупных хищников. Тяжеловес собачьего племени. Тобет. Казахский тобет – это более растянутая собака, более легкая, более подвижная. Условия существования другие. Но опять-таки шерсть густая, длинная. Собаки весом порядка 50-60 килограмм кобели. Суки полегче. Рост примерно до 78-80 сантиметров. Холки. Тобета первую изображали во время Ганнибал, поход против Римской империи. А он же вокруг Средиземного моря, там есть собаки церберы изображенные. Церберы. Но опять-таки они больше догов напоминают, чем нынешних наших тубетов. А вот тубеты изображения идут у нас по бассейну и этого Иртыша, где она вливается в Обь. Там тоже такие изображения есть. То есть это еще раз петроглифы и легенды подсказывают, что это тубет и таз чисто среднеазиатские, чисто евразийские породы собак, выведены культурным методом в Евразии. В истории нередки случаи, когда собаки выходили на поля битв вместе с людьми. Крупных собак в боях использовали древние ассирийцы. Греки, получившие новых четвероногих друзей в качестве трофея после победы над Ксерксом, также стали использовать боевых псов. Тобет тоже участвовал в военных действиях. Но все же основные его функции были другими. Тобет как формировался как сторожевая собака, как военная собака. В военных походах охраняла военные лагеря. Тоже и Ганнибал во время всех военных походов сторожевых собак использовал. И здесь сторожевые собаки, они были заточены только на то, что дном на людей не бросаться, на скот не бросаться, лошадей боевых не распугивать. Они были заточены чисто на охранные функции. На сегодняшний день тубет, чистый тубет, на домашний скот не кидается. Днем он вообще на человека не кидается. И когда хозяина дома нет, тубеты вот для, мысленно очертили вокруг стоянки. Ну, некоторые собаки 300 метров диаметром в круговую, другие 500 метров. Если вот этот мысленный круг, который собака себе заложила под охрану, пересекаешь, они кидаются. Притом они смело кидаются так, что садника сдергивает с лошади. Крупных собак с короткой грозной мордой и устрашающим видом относят к группе малоссов. Принято считать, что их родиной является Малоссия, область вокруг современной Греции. Эта форма пород была сформирована из аборигенных собак древней Месопотамии и Персии. Основная цель таких собак была, конечно же, охрана скота и жилища человека. Но есть и другая версия происхождения. Некоторые историки склонны считать, что прародителем этой группы псов стоит считать тибетского дога. Единственное, в чем схоже мнение исследователей, это в предназначении этих собак. Потребность в этой породе возникла тогда, когда человек одомашнил мелкий рогатый скот, прежде всего. Тогда стало большой проблемой сохранить это поголовье от волков. Волки всегда бедствовали на обширной территории именно для мелкого рогатого скота. Вот. И выяснилось, что 24 часа в сутки охранять может только человек. Однако версию о происхождении тобетов от тибетского дога разрушают археологические находки, которые были сделаны на территории древнего Казахстана и Туркменистана. Центром одомашнения считается Загроз. Это район Ирана до Южной Турции. Но вместе с ариями овцы переходили, в том числе и через территорию Туркменистана, через территорию Казахстана, пошли в Индию. И получается так, что чаще всего все ссылаются на то, что вот эти вот собаки произошли от тибетского мастифа, а упоминание о тибетском мастифе относится к китайским хроникам 1200-го, по-моему, года до нашей эры, где говорилось о том, что подарили таких собак.
Но получается так, что, допустим, взять территорию Туркменистана, у них находки терракотовых статуэток с изображениями подобных вот пастушки и собак, уже с обрезанным хвостом и обрезанным ушами, относят примерно к 3-4 тысячелетиям до нашей эры. Существует несколько версий, почему таким собакам резали уши и хвост. Одна – гигиена, простой способ обезопасить собаку от клещей. Другая – предотвратить получение травм при схватке с волком. Задача приотарных собак – сохранить отару от волков. Какой ценой, каким способом хозяина это не интересует. То есть отара должна быть целая. Поэтому они должны распределять между собой роли. Они не должны подпускать к отаре волку. Они не должны отвлекаться на отдельных хищников, там, гоняя, потому что за это время другие могут и отару перелезть. У кочевников прошлого не было задачи вырастить убийцу волков. Не было цели сделать так, чтобы собака без разбора кидалась в схватку с хищником. Тобет должен быть умным, рассудительным и спокойным. Причем, как утверждают сами заводчики, даже такая крупная собака, как тобет, не всегда может по силе противостоять волку. Схватка с волком – это скоротечная схватка. Это, ну, грубо говоря, профессиональный спецназы. А вот эти вот крупные собаки, используемые для боев, это, ну, борец греко-римского стиля, если сравнивать. У него нет никаких шансов против того, кто вышел убивать. Никто не пытался устраивать схватки с волками персонально. Задача приотарных собак – не драться с как можно большим количеством волков, как вот в свое время Борис Рябинин написал, что якобы на Кавказе был кобель кавказской овчарки, который там задавил за жизнь больше 100 волков. Это что получается, волки строем шли, чтобы он их задавил? Нет, так не бывает. То есть манера охоты волков и манера работы с отарой. Выходят молодые собачки, волчата. Ну, молодые – это зима, как правило, осень, то есть им уже там 6, 7, 8, 9 лет. Повыли, погавкали. И если собака глупая, она побежит за волчатами. То они еще и пригласят поиграться. То есть поиграться это будет до ближайшего бугра. А там обычно собаку встречали взрослые волки, которые расправлялись с глупым животным, освобождая себе дорогу к отаре. Но тобеты зато и ценились людьми, что в большинстве своем они были невероятно умными и на такие уловки хищников не поддавались. Тем не менее, к этим собакам отношение было далеко не таким трепетным, как к тазе. Тобет, в отличие от тазе, конечно, не обладает таким сакральным смыслом. Тобет – это рабочая собака, это пес, это символ мощи, силы, верности и рассудочности. Тобет – это помощник, который пасет скот. Он сам знает, как пасти отару, как пасти табун. Почему называется тобет? Потому что он как бы старший тобет. Занимает самое высокое место на тобе, на вершине, и осматривает, смотрит, чтобы близкого волка не было. Тобеты отличаются не только умом, но и спокойным покладистым характером. Именно благодаря этим качествам их использовали во время Великой Отечественной войны особым образом. Это очень послушная собака. Эти тобеты использовали в основном как санитарные собаки, а не искатели мин. Всех других собак использовали как разминирование, а тубетов использовали как санитарные собаки. Это были мощные, крупные собаки, которые могли нарты с любым весом раненого бойца вытянуть. И также в древности использовали тубетов, молодых тубетов надо было к команде приучать. Надо было молодых собак приучить к хозяйственному житию. Надо было приучить в походную. Тогда люди уходили на 2-3 дня пути на охоту. Щенков брали с собой. Взрослые тубеты, разумеется, на стоянке в основном ауле оставались. А молодняк дрессировали вот таким образом. Учили тубетов не только охранять человека и стада, но и охотничьим навыкам. Вообще в мире существует множество видов добычи зверя с помощью собак. Русская охота с борзыми на волка, так называемая парфорсная охота с гончими в Англии, африканская охота. У кочевников тоже была своя особенная охота и традиции, связанные с ней. В конце норы использовались собаки
в основном у людей сера. То есть это люди, которые праздную жизнь вели. Понимаете? Хорошее добро, хороший чепан, хорошее серебряное седло, хорошее коня красивого, хорошего джорга. Казахи всегда для вот таких сал серы использовали джорга. Они с собой вели еще на поводу хороших скаковых лошадей, которые на байге использовали. Это не была промысловая охота. Это был праздник. Как сейчас бы сказали, открытие охотничьего сезона. Именно там хозяева собак могли похвастаться перед односельчанами или заезжими гостями своими собаками. Серы в данном случае выступал как организатор этого массового мероприятия. Казахская охота стадзу и тубитов не была никогда без этих дабла. Это барабаны. Обычно они привозили две штуки вот такой вот диаметра. 25-30. Вот с двух сторон. Это кагуши назывались. Мы сейчас это слово забыли, кагуши. Но в любой псовой охоте, где сал серы участвует, а сал серы это театрализованное представление было в целом, они всегда на передней луке кагуши. Был человек, который собаками управлял, загонщиками, тубетами. Вот у него барабан был. Он барабаном стучал, зайцев выгонял. Если в кустарник куда-то забьется, куда собака не может через такой тальник пройти. Помимо тазы участвовали в этой охоте и тубеты. Им отводилась специальная роль. Они были загонщиками. А вот основную охоту, ловчик, чтобы не попортить шкуру, использовали тазы. А хорошие обученные тазы очень ловко за одну охоту могла 5-6 лисиц, корсаков поймать, зайцев наловить. Понимаешь, куру чтоб не испортить. Говоря про охотничьи возможности собак, следует отметить, что тазы здесь держат первое место среди борзых по своим навыкам. В природе существует два вида бега. Быстрый, но не долгий. Долгий, но не быстрый. То есть один пример – это гепард, другой пример – это, допустим, волк. И большинство борзых в мире, они так и бегают. Так вот, в случае с тазом наши исследования показали, что действительно та часть породы, которая максимально пород, бегает и долго, и быстро. Специфика территории, что у нас большинство равнина. Равнина видна издалека, зверь поднимается издалека. И это требует длительной доскачки. Так называем, пока собака догонит ее. И если она будет скакать медленно, она просто его не увидит и теряет. Максимальная скорость, которую мне удавалось замерить по спидометру машины, это 8 км. Выделяются тазы не только своими уникальными скоростными данными. Эта собака, как оказалось, является практически универсальным добытчиком. Исходник для любой борзой – это заяц. Мерило резвости. Мерила верткости, маневренности. Другое дело, что любая местность немножко отличается даже в пределах Казахстана по составу охотничьей фауны. Допустим, в песках есть жираны, на равнине жиранов есть, на равнине есть сайгак. Там в одной местности предпочитают охотиться на барсука и на лису, а в другой местности на зайца и так далее. Поэтому здесь фактически тазы позволяют охотиться на тот набор дичи, который есть в данный день. Мы наблюдали, что при возможности ловят и фазанов, если те замедлятся взлетом. Были ситуации, когда перепелов просто хватали, голубей. И вот есть косули. Охотимся на косули, они будут охотиться на косули. Есть сурок, будут охотиться на сурка. То есть то, что хозяину в это время нужно. Обычно тазы бежала впереди охотников, забираясь на пригорки и высматривая дичь. Но когда ландшафт был ровным, древние охотники использовали любопытное приспособление, чтобы помочь собаке в поиске добычи. В степи не везде пригорки есть. Есть ровные места, как стол. Тогда тазы подсаживали на лошадь, на круг лошади. Специально была такая площадка за седлом. Небольшая площадка. Таза запрыгивала на эту площадку и за спиной своего хозяина ехала. И они тоже скупо лошади, или с верблюда охотились.
Хозяин тазов, разумеется, если он охотился на верблюде, просто подзывал, собака запрыгивала перед хозяином между двумя горбами и с высоты этой осматривал. А потом хозяин ее отпускал на охоту. Это была свободная охота. Еще одно качество, которое выделяет тазы среди других борзых, это ее умение взаимодействовать в охоте с другими партнерами. Очень пластичная порода, она подстраивает под любую породу и под любой вид охоты. То есть она может работать и с сокола, и с беркута, и с ястреба, и с собаками других пород, допустим, с норнами, с лайками неплохо. Причем тазы очень смышленые собаки. Я говорил, что у них интеллект намного выше среднего. И они очень быстро понимают возможности напарника, если так говорить. Что им от него ждать, что от него не ждать. Соответственно, они подстраиваются и, допустим, при охоте с беркутом они могут выполнять роль загонщиков, выгонять из кустов добычу, беркут ее заберет. Или могут добирать то, что не взял. В 1939 году вышла книга российского ученого-зоолога Аркадия Слуцкого «Азиатская борзая тазе и охота с ней», в которой автор привел таблицу так называемой «добычливости». Там он указал, что тазе могла добыть до 500 зайцев и 50 лисиц за один охотничий сезон. Сейчас многие пытаются подменить, так сказать, классическую охоту с тазой, охотой на волка, но крови тазы этого нет такого именно. Они играли роль загонщиков и останавливали волка до подхода хозяина, да. А вот так, как, допустим, русская борзая, классическая охота, которая вот в свое время была описана таким набором слов, доспел, поместился, завалил, пригвоздил. То есть это вот русский жаргон псовых охотников, то есть доспел, догнал, поместился, взял по месту, то есть за горло, опрокинул и пригвоздил, держал до подхода владельца, пока не оттащили собак. То есть такого мы, конечно, у таза не наблюдали. По случаю взятия тазы первой добычи устраивали небольшое празднование, на которое собирались все жители аула и поздравляли хозяев. Здесь присутствовали также и другие охотники, свидетели боевого крещения тазы. Такие тои сопровождались песнями, кюями и затягивались до самого утра. Казахи высоко ценили своих собак. О них слагали легенды, о них придумывали поговорки. Далеко не всякая собака тазы, далеко не всякое мясо казы. Да? Вот такие поговорки это отражает. Однако тазы в 20 веке чуть не исчезли. Порода была буквально на грани вымирания. И лишь благодаря энтузиастам сейчас можно говорить о ее восстановлении. В 1981 году из Москвы поступил циркуляр представить Казахоцаюз, представить тазы на международной выставке для начала процедуры регистрации, международной регистрации пород. Казахстан отказался от этой чести. То есть ответ был, что у нас нет таза четырехколенными родословным, нам нечего представлять. К 90-м годам прошлого века эта ситуация ухудшилась еще больше. Нужно было спасать породы. Вышло так, что к началу вот мы стали заниматься тазом в 91-м году. То есть к тому времени в Казахстане не было ни одной тазы с четырехколенной родословной, как это положено. Не было создано племенной книги породы, несмотря на то, что была организация, которая несла ответственность, которая периодически проводила совещания, говорила, что надо работать с тазом, надо развивать породу. Благодаря совместным усилиям государства и частных заводчиков порода стала восстанавливаться. И в 2000 году Казохотрыболовсоюз впервые утвердил стандарты тазы и тобетов, разработанные в Казахстане. Сейчас кинологи продолжают сохранять чистоту тазы, борясь с недобросовестными продавцами, которые выдают помеси за чистокровных собак. Правда, о международном признании тазы отдельной породы пока речь не идет. Слишком сложно, долго и дорого происходит этот процесс. Но на отношения между собаками и их владельцами это никак не влияет. Тазы, как и тысячи лет назад, продолжает оставаться лучшим другом и помощником охотника. Одним из семи сокровищ казахского народа. Бесспорно, тазы – это гордость Казахстана и в какой-то степени его символ, который мы чуть не потеряли.
Сейчас главное – вернуть породе былое величие. Меня зовут Андрей Сложин, вы смотрели программу «Time Puzzle». До встречи!